Одинцовская школа номер 17 с углубленным изучением отдельных предметов стала победителем всероссийского смотра конкурса «Достижения образования», который проводился с 12 августа по 30 декабря в формате публичной выставочной интернет-площадки. Занять достойное место во всероссийском рейтинге достижений школе позволили итоги работы внешних экспертов, которые проанализировали все достижения, данные муниципальных органов управления образованием и результаты общественного голосования. Напомним, школа номер 17 в микрорайоне Трехгорка распахнула свои двери в 2013 году.